В Чебоксарах продолжается замена старых лифтов на новые. В рамках республиканской и муниципальной программ в городе планируют заменить все лифты с истекшим сроком эксплуатации. Дом по улице Кадыкова построен в начале 80-х годов прошлого столетия. Старые лифты уже изжили себя не только физически, но и морально. Замена на современные началась в 2015 году, а в этом уже завершилась. Жильцы, не раздумывая, стали участниками муниципальной программы софинансирования, развития жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства. С каждой квартиры было собрано порядка 7 тысяч рублей. Это 25% от общей стоимости лифтов. Остальное оплатили городские власти. У нас же много пожилых людей в доме, много. Лифты старые, они свой срок уже износили. И поэтому мы решили, что надо нам поменять эти лифты. И мы, как говорится, пошли по всем подъездам собирать собрания, разговаривать с людьми, и люди согласились. Мы очень довольны, что мы поменяли, провели такую большую работу. Новые лифты заметно отличаются от своих предшественников. Они более экономны в потреблении энергии и удобнее в эксплуатации. К примеру, проемы расширены до 70%. Этого достаточно для прохождения инвалидной коляски. Умная программа позволяет выбрать режим погрузки. О перегрузе тоже сообщит. Предел 440 килограмм. Особенно приятно, что лифты местного производства. Несмотря на некоторые неполадки, они уже зарекомендовали себя с положительной стороны. Тоже есть особые замечания, может быть, они незначительные. Неплавный подъем лифта, значит, лифт дергается, значит, есть замечания, связанные с озвучкой этажности очень громко. Тоже это некомфортно. Я думаю, в самое ближайшее время мы эти замечания устраним. И я хочу заверить жителей этого дома о том, что в любом случае эти лифты будут эксплуатироваться комфортно. За 6 лет работы программы в городе уже заменили 200 лифтов на сумму более 200 миллионов рублей. На очереди еще 1300. Местные власти планируют увеличить темпы работ и к 2020 году завершить замену лифтов старше 25 лет. На сегодняшний день в городе действуют две программы по лифтам. Это, значит, первая – это муниципальная программа, продолжает действовать. Ну и параллельно идет у нас республиканская программа капремонта жилых многоквартирных домов. Значит, с учетом двух этих программ, как никогда в городе будет заменено это более 100 лифтов. Чтобы попасть в программу софинансирования, собственники жилья на общедомовом собрании должны подать заявку в районную администрацию. Замена лифтов проводится на конкурсной основе. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика.